Это что за дерьмо вообще? В столе просто кот, там крыса, кота насилуют. Чё происходит? Вообще непонятная лютая дичь. Кайнет создал машин убийц. И теперь они захватят вселенную. Я наспамнил бомжей! В смысле? Танцующие бомжи, что за говно? Привет! Как думаешь, что будет, если заспавнить миллион аниматроников в одной пиццерии? Сейчас мы это проверим, а чтобы мой комп не сгорел от перегрузки, ставь лайк прямо сейчас. Это канал Top Play, а я Golden Freddy, и сразу погнали играть! Я сразу говорю, что это максимально упорото будет, и я захожу в режим сэндбокса, потому что в режиме сэндбокса я могу делать столько аниматроников, сколько захочу. Смотри, спаун кэнди, оп. Прям вот так. Вы только посмотрите на эту жесть. Миллиард аниматроников. Миллиард, когда ты знаешь, это когда ты, короче, в доме Куклачева. Тупо, короче, столько же котов отвечаю. А прикинь, ты такой охранник сидишь, тебе такая толпа котов залетает. Чё ты будешь делать нахрен? Просто ссать в тапки. Они идут ссать в тапки, отвечаю просто всем на свете. Это же сколько надо тапков, чтобы вы все обоссали. Они в дверной проем не пролазят, отвечаю. У них очередь. Очередь в пятерочку, блин. Вот это, конечно, веселуха. Я обосрался, да. Макаки! Макаки! Нападение Кинг-Конга! В смысле? Куча макак бешеных! Куча бешеных макак! Они реально бешеные, смотри! Они бегают как психи! Ля, бешеные макаки! От бешенства укол кто-нибудь в колите, они все, с ума сошли! Они сейчас убьют котов, коты ссут в тапки, макаки бегают как психи! Это что за человек? Это дичь какая-то! У меня игра сейчас сломается! Я офиге, вот это лаги! У меня 2 фпс, 2 фпс! Ладно, сейчас чтоб просто... Сейчас чтоб просто добить, давайте! Это кто? Какие-то бомжи! Я наспавнил бомжей! В смысле? Танцующие бомжи, что за говно? Они пьяные, я пьяных алкашей, подожди. Я наспавнил алкашей! Вот такая вот веселуха, да, я ору просто. Они еще и орут что-то, смотри. Просто бешеные алкаши. Бешеные орущие, они идут за водкой, отвечаю просто. Дядя Федор пошел за водкой, или они столпились. Это, конечно. А кого еще можно спавнить? На Х, да, подсказ? Там что-то было еще, подожди, П. Ля, миллион пингвинов. Мадагаскар! Режим Мадагаскара активирован. Миллиард пингвинов из Мадагаскара. Смотри. Тупо куча роботов-пылесосов пошли пылесосить, отвечаю просто. Ля, уборка в пиццерии обеспечить. Да бомж, уйди отсюда. Так, я один сломался, смотри, батарейки сели. У одного... Нет, тихо. У него реально батарейки сели, он не... Не, поехал. Это знаешь, когда ты пригласил друзей на тусовку к себе домой, и началась вакханалия просто. Ты такой, ничего не разбивайте, и началось вот это вот все. А-а-а, бегают сюда, что-то делают под кроватью, да, бухи уже пьяные, блюют везде, ходят там все. Тупо нормально, вообще нормальная тема. Это, знаешь, это когда они... Ой, короче, когда охранник уходит со смены, вот начинается примерно такое в пиццерии. И на это можно смотреть бесконечно, знаешь? Можно смотреть на бесконечно на три вещи. На как горит огонь, как чёт вода, и как бешеная толпа аниматроников разносит пиццерию нахрен. А как еще Синди Кэнди? На какую кнопку? О, сейчас у меня комп взорвется. Смотри! Это что? Это что за трэш? Это многоножка из крыс! Это крысоножка! Гигантская крысоножка, смотри! Ля, они пошли! Она рожает крыс! Ля, смотри, что происходит! Дичь! Просто дичь! Я такого дерьма давненько не видел, ты посмотри! Это же надо так додуматься, да? Все, они забаговались. Это трэш, капец. Это просто лютый трэш. Ой, еще смотри. Давай еще. Это просто, ты посмотри на эту толпу! Это митинг какой-то, я ничего не понимаю. Спасите аниматроников, спасите аниматроников, да, это вот это вот у вас идет или что? Вам надо купить юный набор активиста, тогда будет вообще все нормально. Там маска есть, плакаты, все, давайте, расходитесь. И бешеные бомжи, главное, вокруг бегают, я не знаю.
Ой, пойду прогуляюсь по пиццерии, посмотрю, как у вас все нормально, пацаны, да? Они тупо застревают в проходах, они даже не дают друг другу пройти. Вот, смотри, застряли, дебилы. Как вы вообще-то прошли? Тут даже я не могу пройти. Бля, какие просто дикие лаги. Мне кажется, у меня комп сгорит сейчас просто. У меня комп сейчас так сгорит, что взорвется нахрен. У меня уже гудит, пердит, шипит. Все, смотри, лаги, 2 ФПСа. 2 ФПСа в пиццерии. Это трэш полный, лютый, дичь невозможно, капец. И вот что мне с этим делать теперь? Что мне с вами делать, дебила? Как мне вас удалить? Я могу вас удалить? Подожди. Давай еще раз. Это сейчас будет жопа. Тупо гибрид аниматроника. Я хреначу уже со всей силы. Все, я отпускаю. Поехали. Охренеть, толпа. Это когда ты муравейник разворошил, короче, просто... Летом кто-то ходил, да, там муравейник стоит, ты туда палку суешь, и вот такая хрень начинает происходить, просто миллиард муравьев вылезает. Вот тут то же самое, тупо разворошил муравейник, короче, с аниматрониками. Бля, Синди! Кого, Синди насилует пингвинов? Капец, 2 ФПСа! 2 ФПС! 1 ФПС! Тут уже все размывается, все лагает, все пердит. Смотри, Синди залагала. Синди просто не может ничего делать. Мне кажется, сейчас разорвет. Все, я начал разрывать. Смотри, 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 смотри. Тупо Синди начали спавниться на одном месте. Это как спавнер в Майнкрафте, только покруче. Так, обезьяна пытается хреначить Синди. Я не понимаю, что, крыса ко мне пристала какая-то? Бля, это жесть. Это просто жесть. Они все половина... Короче, я охранник, вот представь. Вот место охранника. Я тупо такой сижу. И вот это происходит. Твоя реакция просто, знаешь? Не, ну я бы сразу поставил за это 1 000 000 лайков. 1 000 000 лайков, это во-первых. Потому что такой... А подожди, давайте сразу заспавним прямо на месте охранника. Давайте кота, смотри. Вот оно, вот оно, вот оно, на месте охранника. Тупо миллиард котов. Миллиард котов. И охранник такой, чё это за дичь? Это что за дерьмо вообще? В столе просто кот, там крыса, кота насилуют. Чё происходит? Вообще непонятная лютая дичь. Все, коты пошли. Ля, пошли коты. 1 000 000 скримеров сразу. Это сразу 1 000 000 скримеров. Это как 1 000 000 лайков, только 1 000 000 скримеров. Офигеть. Ля, котов толпа. Это жестко, это жестко. 1 ФПС просто. Ты посмотри, я даже ходить не могу. Я просто не могу ходить. Ля, какая же... Это митинг аниматроников. А прикинь, такая толпа нападет на охранника. Просто что он будет делать? Просто что будет делать охранник? Это аниматрон-апокалипсис. Аниматрон-апокалипсис. Они захватят человечество. Скайнет создал машин-убийц. И теперь они захватят вселенную и всех людей. Они вырвутся на свободу и убьют все живое на нашей планете. Один пингвин, короче, стоит бедный и ни хрена не понимает, что за дичь тут происходит. Пингвин, я также стою, ни хрена не понимаю, честно. Я сам в афиге, так же, как ты, вон твой друг вообще уже убегает из напитри, нахрен. Толпа пингвинов окружила макаку, смотри, просто 3 гопника, короче, на 1 обезьяну, ей некуда бежать. Пингвины, это пингвины из Мадагаскара прессуют обезьяну, все нормально. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Вообще, смотри, все, вообще 0 ФПС. Просто покадрово. Это трэш, это трэш. Так, ладно, я, короче, я предлагаю, знаешь, что сделать? Я предлагаю как-то выйти, я не могу выйти. Я тупо выйти не могу отсюда. У меня все зависло. Тихо, 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 пока комп не взорвался. Фу, я надеюсь, комп выживет после этого, серьезно. Мне кажется, после таких нагрузок он... Мне кажется, его можно запускать в космос вместе с этим, с машиной Илона Маска, короче, с Теслой. Но в то же время у нас есть секрет-аниматроник, я его не мог выбрать. Мне кажется, можно, типа, знаешь, зайти и попробовать сыграть, потому что здесь есть Кэнди, они как бы... Даже катсцен, смотри, Кэнди зашел в пиццерию, хотя это даже какой-то склад, да, это склад второй части. Убить охранника. А я... Откуда пингвин? Откуда пингвин? В смысле? Так, подожди, надо обойти вокруг охранника. Вот здесь, смотри. Смотри, смотри, смотри. Оп, 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 оп. Вали ее! Вали ее! Есть! Тупо завалил охранника. Так, теперь Бленк. Сейчас вынесет дверь. Выноси. Это легонечко открыл. Ну-ка, давай-ка. Дубль 2.
Так, я погнал. Ай, блин, макака! Женщина вообще беспределит. Спокойно. Быстрее, 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 быстрее. Вали ее, вали ее! Ха! Так, 2-0, охранник, 2-0. Так, давай, Синди. А у всех разные катсцены, смотри. Синди зашла, такая смотрелась, думаю, ну все. Минус охранник. Начинаем с одной точки почему-то. Ну чё, готовься, женщина. Тебя будет убивать другая женщина. В смысле? Не понял, она... Там написали, что я не могу туда пройти. Вентиляция тоже не... Только же макака через вентиля хули... спереди, смотри. Техана. Вали её! На! Это очень просто, на самом деле, убивать охранника. Даже охранницу. Вопрос. Как будет убивать пингвин? Он что там? Он, у него же нет скримака. Он же просто заходит в... Здорово, пылесос. Ну и пошел бы ты нахер. Офигеть. Подожди, надо сломать камеру? А как? А я... Что происходит? Я чуть ничего не понимаю. Так, взломал камеру, окей. Я тупо катаюсь. Да я не могу туда идти, они должны убить ее. Вы дебилы, убейте охранницу. Капец, у меня друзья дегенераты, понимаешь? Я на колесиках, я тупо катаюсь, смотри, мне норм. Они убили ее. Убили. Они ее убили. Я даже не видел. Они тупо ее завалили, я не знаю, без моего участия. Я тупо 3 раза сломал. Может, типа было задание 3 раза сломать камеру? Так, макака через вентиляцию, это я знаю. Типа, я помню, когда мы играли в оригинал. О. Вид с камеры. Вид с камеры, неплохо. Так, макака, давай. Ты должна развалить. Всем пачки. Она бегает как психичка! В смысле перегрев? Какой нахрен? Какой перегрев? Макака перегрелась. Да хватит на меня смотреть! Дай камеру сюда. Не понял. И чё? Может ты... Ха! Смотри, лезет, смотри, реально! Охранница техана! Паровозик тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр-тыр. Всё. Идеально! А кто? О, Лена, она вышла из тьмы. А, это кот. Кот вышел из тьмы. Подожди, а кот как убивает? Enter, вентиляция опять? Разве кот через вентиляху нападал? Вообще пофиг. Кто звонит? А, в смысле? А как она это сделала? Она отвлекла меня? Ну, ненадолго, ненадолго, давай. Чё, тварь? Лё. Самбади! Крыса зашла как Шрек из туалета. Самбади! И выбила дверь с ноги, красава. Ну нет, крыса, ты умеешь, конечно. Ты, конечно, крыса. А подожди, а куда? Камеры ломать? Подожди, я умею, секунду. Да дай! Ну как бы минус камера. А можно я просто завалю ее и все? Типа вообще посрать, смотри. Ой, охранница, ну что ты начинаешь-то, а? Она меня запалила. Вот все, хана тебе, на! Я прошел за всех аниматроников, за всех! Дайте мне секретного, пожалуйста. Хорош, поехали! То есть заходит кот. А где должен быть секретный аниматроник, заходит кот. Там... Ля бомж Валера! Самбади! Кто пустил бешеного бомжа в пиццерию, я не понял. Может это Вильям Афтон? Это по-любому, это Вильям Афтон, смотри, ну вылитый же. Такой же алкаш, он реально алкаш, смотри. Ля, кто пустил алкаша в пиццерию? Я не, он неуправляемый, я не могу ходить, да он неуправляемый, блин. Я реально, я пытаюсь зайти в дырку, он не попадает. Зайди, пожалуйста, в дырку. Слушай, это будет сложно убить охранника алкашом, это. Так, какое тебе пиво? Иди, ссы криво, пиво тебе захотят. Да хватит, ты и так уже весь обоссанный, пьяный в говне. Куда тебе еще пиво-то, алло? Будешь ссать криво, так что не надо. Давай, убиваем охранника бомжом. Fatality. Охрен, там фаталити сейчас было. Там тупо сейчас фаталити, фалос виктори, даже, и что там этот, как бы, бруталити, что там сейчас было. Он суперкота охранницу работал просто. Просто в пиццерию ворвался бомж. И уработала охранницу суперкота. Это как вообще? Аниматроников было реально очень много. И мне повезло, что мой комп выжил после этого. Надеюсь, ролик тебе понравился и ты уже поставил свой лайк. А сейчас всем удачи и всем пока!